Шварценеггер подарил бездомным 25 домов на Рождество. Американский актер, бодибилдер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер построил на свои деньги 25 домов для бездомных и подарил им их на Рождество. Очень интересно. И целая деревня, можно сказать, построил, заселил. Теперь у них будет вот такое красивое, как красивые домики. Будут рядом жить, общаться. Каждый в своем домике, не будет на улице жить. Молодец, Шварценеггер. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии.